Добрый день, инспектор Дептикнадзора Троицкого района. Документики. Услышать такую просьбу в поле неожиданно, но безопасность на дороге в этот раз в руках инспекторов Гостехнадзора. Сегодня они проводят специальный рейд и досматривают сельскохозяйственную технику. Это важно, объясняют специалисты, так как техосмотр все же носит заявительный характер. И если владелец трактора не обратился в ведомство, он вне поля зрения сотрудников. Документами порядок, а с трактором нет. Что за потеки масла? Устраним. Некогда сейчас. Пахотный сезон. Виталий прошел техосмотр вовремя, но это некогда все равно стоило ему 1000 рублей. Еще месяц назад трактористы платили за подобные нарушения не более 300, но теперь ставки возросли и избежать штрафов вряд ли получится. Тракторист признается, проблемы с гидравлической системой возникают регулярно. Техника уже устаревшая. На данный момент трактору уже 16 лет. Как бы по сути свое уже все это изжило. А на новое как бы средств в наше время не хватает приобретать. Поэтому во время прохождения техосмотра как бы пытаемся все утечи устранять. Но, как видите, на данный момент все это по-новому происходит. Несмотря на новые штрафы, Виталий все равно считает их размер разумным. Но такой понимающий нарушитель скорее исключение. Так, например, в ходе рейда инспекторы оштрафовали и Владимира Туманова. В колесе его трактора не хватало шпильки, а один из задних фонарей оказался не откалиброван. Я не знаю как, но для пенсионеров это не посильно. Пенсия маленькая, так что я по мере возможности я это все устраню. И устраняют недостатки действительно многие, ведь для жителей деревни трактор – это в первую очередь способ заработка и организации быта. Всего за год штрафуют порядка 100 водителей сельхозтехники. Личный же рекорд инспектора Чувякова – 9 протоколов за один день. У меня был такой случай буквально вот, в своей практике. Я приехал на техосмотр к человеку, заставил его покрутить рулем и говорю, почему у тебя здесь болтается. Он аж за голову схватился, говорит, господи, я завтра собирался ехать там в другой район за 40 километров, и эта гайка бы отлетела, и я бы в кювет уехал. В такие моменты, признается инспектор, он чувствует, что стоит на страже интересов и безопасности людей. Весенняя операция посевная продлится до 31 мая, так что проверьте свою технику, чтобы не платить штраф за свою же безопасность. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, «День с толком».